Приветствую всех, товарищи строители Советских Республик. Идет очередное извращение на тему. Да, опять же, я буду использовать мод «Дворец культуры и науки». Вот. Так, что мне нужно будет сделать? Мне сразу же нужно копировать, добавить сюда новое здание, чтобы вы видели. Workshop Config Ini. Издание у нас будет называться 12. Все, сохраняем. В чем моя идея заключается, собственно говоря? Я хочу сделать лесозаготовительную контору, так сказать, лесоповал, который присоединение к дороге. И, собственно говоря, то место, где стоят наши, ну, автомобильчики, в данном случае у меня и телеги гужевые, оно должно будет располагаться в городе. А, собственно говоря, само, как бы, здание, которого не видно, должно будет располагаться, ну, на большом расстоянии от города, где-то в лесу. Попытаюсь сделать такую фиговину. Для этого мне нужно перенести присоединение к дороге. И у нас сделано минус 3, минус 8. А я хочу сделать, ну, для начала давайте минус 30 и минус 30, ой, минус 38. Я переношу на 10 все это дело, да? Далее, далее, далее. Мне нужно вот эти станции тоже перенести на 10. Если бы я еще помнил координаты. Вот эта координата у нас меняется. Значит, мне надо вот эти вот. Что-то вот такая фиговина выскакивает, бывает. Почему-то. Так, минус 30. А здесь минус 27 получится, да? Надеюсь, я не ошибаюсь. Нет, там минус 30. Ну ладно, пускай будет минус 27. Потом на месте уже мы посмотрим. 27, 27. Так, и я уже открыл Media Soviet, Building Tipis. И вот Woodcutting Post. Woodcutting Post у меня уже открыт, по-моему. Да, вот. Копировать, вот это все заменить, ставить дальше. Сильно низко ты опустился. Так, копировать, это вот ставить так. Так, визуализацию ресурсов. Копировать. С визуализацией ресурсов придется разбираться. Вициклестатиум, вициклестатиум и вициклопаркинг. Почему-то вициклопаркинг, он у нас в двух местах.
расположен. Мы пока с паркингом потом разбираться будем. Так. У нас вот это все уже сделано. Но нам надо добавить две строчки, потому что... Нет, давайте проведем эксперимент, пока эти строчки добавлять не будем. Так, файл. Сохранить. Копировать. Ой. Ой. И посмотрим сразу. Да ну, блин, как ты винда достала уже, а? Твою ж дивизию, блин. Не факт, что сразу заработает, потому как не все я дописал. Там надо циклопаркинг дописать. Количество этих самых надо будет дописать. Сколько автомобилей можно купить. Ну, заглянуть хотя бы то, что сейчас получилось. Только не слетай, только не висит. Ну, фишка у этого здания может получиться какая? Хоть и дороги не будет видно, которая будет уходить туда, типа как к основному самому зданию, от места, где эти стоянки для транспорта и присоединение к дороге. И поставить я это здание смогу на другие здания, но после того, как я поставлю на всей этой территории, которую оно будет занимать, я не смогу ничего ставить уже, никаких зданий. Ну, вот хочется мне такую штуку сделать, чтобы у меня, собственно говоря, типа сама база лесопилки была в городе, а сама лесопилка была далеко от него. Вот. Так. Она наша лесопилка. Ну, как видите, вот эта вот точечка привязки, я на 30 переместил. Она оказалась, ну, совершенно рядом у нас с созданием. То есть надо будет перемещать значительно дальше. Ну, давайте его просто... Посмотрите еще на такую фишку. На дороге я его разместить не могу. Вот. Вот присоединение к дороге у нас получается вот таким. У нас лесопилка вышла непосредственно на дороге. Ну ладно, я ее все-таки поставлю. Вот у нас какую территорию занимает здание. И, скажем так, поставить на нем... Хотя коллизии у него отключены, поставить непосредственно на нем мы не можем. Ну, можно проложить так вот дорогу куда-нибудь. Да, в принципе, к этому зданию сделать еще выходы, чтобы как через остановку могли ездить. Ладно. О, дерево уже появилось. Слушай, а как ты так? Уже дерево производишь. Эй, дайте навестись на здание. Так, склад, еда и мясо. У нас лесопилка, слушайте, она пошла рубить. Она пошла рубить уже без всякого якова. Купить я не могу на нее. Как видите, у меня стоянок нет, или не прописал я то, что надо.
Ну вот, смотрите, она уже губит. Мусорный ящик стоит тут. Охот Тюбети я не вижу. Не вижу наших стоянок. Куда они у меня вылезли? Ладно. Так, ресурсы визуализируются. Vitreous Stanchion и точка. Connection Road. Минус 30. Мало. Так. Это я пока закрою. Вичикле станция, Вичикле паркинг. Ну, она у нас получилась бесплатной постройки, но тем не менее она у нас работает. Ладно, давайте попробуем так Вичикле паркинг ставить, как он есть, да? И поищем строки. Broker needed Vichicle Factor. Загрузка. Выгрузка. Это надо копировать. Фактор загрузки, разгрузки. Ну, чтобы у нас грузовички наши могли разгружаться, загружаться. Так. Паркинг. А работающая техника. А, подождите. А я ж менял. Копировать. Вот. Так будет лучше. Так, ведь чей-то паркинг. Вот это я не знаю, что прописано, но может оказаться, что это как-то будет ли влиять на то, что растения вообще должны леса засаживать. А нигде количество техники я не вижу. Не указано, сколько. А, working needed, да, есть, Vichicle 3. Но у меня не было парковочных мест для нее, да? Сейчас я их, да, твою мать, дивизию, блин. Десятая винда. Я добавил их. Ладно, идем обратно в игру. Так, сейчас я хочу сделать одну такую штуку, посмотреть. Значит, у нас имеется наша дорога. Давайте я клеточки включу. У нас имеется наша дорога. Да, ну вот я ее повел. Так, вот дорожку я повел. И у нас имеется, ну вот, скажем, вот лес вот этот. Я хочу, чтобы в нем рубили дерево. Я отвожу дорожку как можно дальше. Она мне может понадобиться
последующем. И я хочу посмотреть на нашу лесорубку. Вот смотрите, точка привязки, где у нас появилась. А где наша дорога? Я так далеко. Вот она дорога, я вижу нашу дорогу. Вот у нас имеется дорога. Даже в принципе маловато, будут рубить лес в деревне. Но опять же, это пока эксперимент, значит, надо на большее расстояние делать. Так. Ну вот. Вот у нас возникает присоединение. Так, возникло, не возникло? Походу не возникло. Нет. Дорогу почему-то он не построил. И сейчас, наверное, построить уже я не смогу. Но бывает такое. Нет, смотрите, строится дорога. Единственное, только теперь попытайся найти ту точку, где у нас непосредственно здание само появилось. Вот оно. Видно по кучке вот этой вот. Вот здание, да, дай же навестись на тебя. Дай же на тебя навестись. Так, лошадки у нас здесь завелись. То есть координаты вот этого всего надо будет переносить. Ну хотя, в принципе, могут лошадки и тут стоять. Ну вот где наша погрузка-разгрузка. Вот что для меня непонятно. В общем, надо будет возиться с отображением ресурса на складах, ловить координаты. Так, дороги мы, в общем-то, все, что нам необходимо, можем тебе присоединять. Здание нам это не мешает. То есть, ну вот у нас такая вот получилась лесопилка, она работает. Единственное, что... Крайне сложно будет на нее навестить. Да, кататься не катаются, но почему-то до сих пор древесину еще не повезли. Вот, забрал. Возможно, они ездили заправлять. Ага, ну вот у нас древесина отображается тут. Ну, собственно говоря, этих лошадок и отображение древесины можно тут и оставить. Почему-то проще будет искать само здание, где оно, в общем-то, появилось, да? Но зато привязка здания в деревне позволяет рабочим ходить именно вот сюда. Рабочим ходить сюда, и тут надо будет прописать координаты расположения наших погрузочных, разгрузочных контор. А для этого, чтобы мне сделать такого, да, то мне возят же дерево, да, а у меня как раз аккурат возят дерево, поэтому бросьте добирать дерево там,
Мы поедем, мы помчимся, возвращение мои страшные, и отчаянно ворвемся в набежавшую фигню. Вот так. И загрузка дерева. А, ну да, только ж дерево. Давайте посмотрим, куда он поедет за деревом. Вот она поехала. Куда я влепил эти остановочки? Да, остановочки получились здесь аккуратно, да? Почему-то он дерево не грузит тут. Слушайте, возможно... Нет, загрузил, нет. Почему-то они стоят тут, а едут потом аж сюда. Ну, в принципе, ладно, он типа поехал туда. Поехал он туда, там ему выписали бумаги. Вот же ж незадача. На самом деле, я без здания ее построил, а вот хотелось бы, чтобы здание было в нее. То есть тогда бы контора выглядела более естественно. Если бы тут было хоть какое-то здание, контора выглядела значительно более естественно. Ну, в общем, мне понятно, что теперь надо будет делать. Я возьму за основу другой мод, у которого есть здание. Вот. Так, и буду на основе него работать. Ну, можно оставить вот это все. Только координаты отображения склада перевести. Но я не знаю. Потому что, видите, ни парковочные точки мне почему-то не прорисовались, ни наши остановки под транспорт. Ну, какая-нибудь контора для лесопилки, она бы смотрелась намного естественней. Хотя, опять же, что я могу сделать? Тут будет жить казацкий старшина Есаул Усатов, кому будет принадлежать непосредственно эта лесопилка. Отличная идея, слушайте, мне эта идея понравилась. Пускай, конечно, ездят туда, тратят топливо. Вот, ездят туда-сюда по нескольку раз. В общем, это ничего страшного. Телеги будут стоять непосредственно на лесопилке. Благодаря расположению телег и, собственно говоря, вот этих дров, где будет проще найти здание для управления ним родным. Все вышло просто зашибись. Единственное, что меня не удовлетворяет, это расстояние от деревни. То есть я увеличу еще вот так подальше. Так что у меня получилось.
У меня хотя бы что-то получилось практически с первого раза. И вот лошадки к дому Исаула Усатого подъезжают, отдают денежки за вырученный товар, получают указания, вот, получают жалование. Все работает супер классно. Я не вижу, чтобы у меня люди бегали рабочие по этой дороге прям туда. Я надеюсь, что они будут бегать в эту точку. Потому что если я продлю еще дальше, давайте проверим этот вопрос. Так. Как мы можем это сделать? А, у нас людей. У нас людей и так тут нету, да. Ну, давайте. Я куплю еще домик на 8 работников. Ну, как видите, я даже к этому, к этой дороге могу присоединиться. Тут вообще могут, типа, гильдия лесорубов жить. Раз, 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 куда ты побежал? Мне главное, чтобы вот туда по дороге в дальний стали бегать. Да, все. Видели, вот тут в уголочке побежал на лесопилку работать. Ну, в общем-то, что я хотел, то я добился. Я просто ее немножко дальше на 500 единиц сделаю. Вот, вот, бежит, бежит человек. Вот он как раз бежит туда на лесопилку, к Исаулу Усатову в дом. Стучаться через забор лезть, типа, Исаул. Типа, я подъемщиком тебе иду работать. Работает, работает. Супер лесопилка для станицы заработала. Так что спасибо за внимание.